Снимать, короче. Только начни так же, как в прошлом. Как я пойду раньше. Я, да? Да? Ты снимаешь уже со мной? Да, конечно. Короче, репетиция. Занимаемся фиг пойми чем. Ну, прикольно. Через пару минут у нас выступление. Совсем на другую тему вообще. Но немножко побаловаться с Ваней и, короче, поимпровизировать. Сними пацанов тоже, чтобы кадры были. Ладно, погнали. Итак, друзья, лайв полностью, все в живом времени. Поехали. Ну, Ваня, можешь начинать что-нибудь.